На развитие дорожной сети в Пензенской области будут направлены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Федеральное финансирование позволит существенно развить транспортную сеть региона. Мы сейчас еще запланировали и ведется разработка проектной документации все-таки по объезду Бессоновки. Строительство этой новой объездной дороги, оно бы дало, конечно, развитие еще ряда новых микрорайонов, можно было бы строить, развиваться, ну и безопасность движения. Сами знаете, сейчас там пробки, поток, а расширить ее уже нельзя, эту дорогу, она идет по населенному пункту. Приступить к реализации проекта планируется в конце 2021-го, начале 2022-го. Подробнее об этом, а также ремонте других дорог, в том числе и сельских, вы узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего канала сегодня в 18:45.